Всем большой привет! Всем привет! Мы с Максимкой сегодня будем делать вот такую песочную картину, фреска. Картина из песка. Нам ее прислала Викуля Оленева. Виктория, огромное-огромное тебе спасибо. Такими мы еще не занимались вещами. Очень интересно. Сейчас мы включим лампу, чтобы нам было все видно. И давайте я вам покажу инструкцию. Я не буду ее зачитывать, потому что это долго. Если интересно, поставьте на паузу. Но мы будем работать именно вот по этой инструкции. Картины бывают вот такие. Вика нам прислала вот такого тигра. Ну, давайте посмотрим. Так интересно. Садись, Максим. Угу. Открывай. Если честно, я сама ее хочу очень собирать. Мне такие вещи очень нравятся. Ну, раз прислали Максу, будет собирать он, а я буду следить за ним. Ты мне будешь помогать, ну, ладно? Ну да, я буду помогать. Доставай все. Такие вот песочечки. Посмотрим, что входит в состав. Это вот пакетики с песком. Такой мягкий, так бы и щупал. Разноцветные они. Вот такая вот рамочка. Вот такая рамочка, которую надо будет собрать. Вот так в итоге будет. Как собирать рамку? Тут тоже все сказано. Но это не сложно тут. Видно, песок. Правильно загнуть, и будет рамочка у нас. Ну и покажи картину нам саму. Вот такая вот она. И вот такая картина. Сначала мы растерялись, думаем, а как же мы тут, чтобы не промахнуться, тигра-то делать. Но на самом деле, если приглядеться, тут все вот эти детали, они... есть. Как называется? Выделены. Ну, выделены, да, и можно их снимать, вот они. Отклеить. Наклейки. И там будет... Основа сама липкая, как я понимаю, которую надо будет засыпать. И как тут советуется, сначала работать с темными цветами. Поэтому Максимка сейчас будет отрывать черненькие. Давай потихоньку отрывай. Наклеечки именно самые черненькие. И будем засыпать первым черным цветом. Тут, кстати, так и показано. Вот они первые отрывают. Видно. И начинают засыпать черные. Ну, а потом все цветное отрываешь. И когда плотно засыпается, уже приклеивается, получается, к этой липкой основе сам песочек, и он на другие детали не попадает. Главное, все полностью стряхивать с других деталей, чтобы цвет не путался. Ну, а уж если чуть-чуть где-то испачкается, ничего страшного. В целом рисунок не пострадает. Ну что, получается? Ага. Так, вот Максим первый отрывает. Ну, ты так черненький поотрывай, угу, чтобы тебе потом не отвлекаться. И будет засыпать. Но мы к нему вернемся чуть позднее, пускай пока работает. Ну что, оборвал? Ага. Да, на самом деле вот у него мусор. Так, нам бы с тобой как-то лампу так, чтобы... О, вот так. Оторвал он все, это черные, все черненькие, и сейчас будет засыпать. Ну, как всегда, наверное, первый блин должен быть комом. Будем только учиться, это потом рука набьется. Ну, давай по чуть-чуть так вот сыпь на все вот поверхности, а второй рукой пальчиком будешь распределять. Знаешь, как? Нет, неправильно. Ой. Вот уже сделали. В общем, надо было... Подожди, Максим. Угу. Вот так вот трясти и по чуть-чуть высыпать. А теперь тебе нужно пальчиком вот это вот как-то распределить, раз уж ты так много кинул. Надо, чтобы вот этой вот штучки, этого пакетика хватило на всю голову, где должны быть черные местечки. А их тут вот так вот немало. Поэтому сейчас Максимка будет распределять. Получается? Угу. Вот. И так дальше. Ты это дальше двигай именно правильно. Вот. А потом мы просто спахнем все лишнее. Интересная картина, конечно. И подходит, мне кажется, даже не 7+, а и помладше детки. Потому что лишнего не закрасишь. Липкое только то, что вы оторвали. Остальное можно сдуть. Ну, не сдуть, потому что ты дунешь так, что будет вся квартира в пыли. Ну, потихоньку. Ну, потихоньку, да. Ну, смахнуть лучше. Можно, я тебе дам кисточку, попробуем кисточкой смахивать.
О, получается красиво уже. Вот, уже красиво получается. Уже видно, что тут контур. Так что бери и можешь так потихонечку засыпать дальше. Угу. Ой, так интересно, я бы сама делала. Куда потом повесишь свою картину? Наверх. Вот сюда. Давайте я вам пока полку Максимки покажу. Тут у него коллекция кисок, которые приехали от разных девочек. Нам одного уже озвучил. Вон там он, котеночек лежит. Это карандаш с нашим городом. Вот такой вот сувенир. Максимка иногда в посылке от себя кладет. А тут же прям красиво получается и вправду. Вот тут тоже у него все подарки. Вот девочек. Мне очень нравится у него вот эта карандашница. Настолько она интересная, чего там только нет. Все такое классненькое. Пластики его. Видно, тут кверху торчат. Тоже почти все подарки. Как красиво получается. Там машинки у нас. Я просто впечатлен. Вот, тут даже тепляп не может получиться. Тепляп даже не получается. Потому что тут прям по контуру. Когда получается, конечно, это очень интересно и очень радует. Ой, Викуля, спасибо тебе огромное. Потому что когда наборы для творчества, это так интересно. Посмотрите, компьютер выключен, ребенок занимается. Да? Угу. Будешь в игры-то сейчас играть? Что лучше-то? Пока что доделать. Надо доделать, конечно. Интересно? Угу. Вот так. Где мы тут у тебя еще не лазили? Еще в дисках. В диск? Ну, диски это неинтересно. Он оставляет коробочки. Видно, там одна машинка еще осталась. А коробочки вот этих машинок у него стоят. Машинками пока играет. Вот его любимые два котенка тут. Это его бомбочки. Так как они в ванной размягчаются, то он перенес их сюда. Тоже машинки. Вот это он любит. Красивая штучка. Но тут у нас пока свалка, если честно. Это пустой контейнер. Я его просто туда засунула. Вот у него две любимые бутылочки с ластиками. Нет, это агрегат подслушивать. Набор агента. Набор агента. Там у него ароматы его. А вот тут моя работа. А вот тут его работа. Ну что ж, мы к тебе вернемся, когда уже другим цветом будешь заниматься. Угу. Ну давай, приятной работы. Спасибо. Ну уже видно, получается уже так он и песочек экономит. Уже так не как сначала, сыпанулось. Теперь нравится. Максимка, видно, с черным закончил. Уже отрывает коричневый, самый темный. Если вот на картине, то... Это вот это, ну, как бы темно-бордовый, да, тут выглядит даже. Так что сейчас будем. Можно уже приступать? Открывать. Приступать? Давай, приступай. Готов. Ты уже отрезал? Мало. Принесли такого. Мы кисть. Смахивает он теперь все это дело кистью. Принесли давай, тряпку. Все это смахиваем после каждого цвета теперь. Ну, давай, делай. Удобная кисточка, скажу. Ну да. Ну, красиво получается. Сейчас поближе. Прям реально картина получается. А теперь сюда немножко. Угу. То есть ножка. Ножка получилась? Угу. Вот так. Так, виски. Нравится? Ага, очень. Я в восторге. Очень нравится. Мне самое нравится. Все. Ну, смахивай кисточкой аккуратно. Угу. Мы подглядывать пришли. Смотрите. Сейчас папа выходил, сказал, что очень-очень ему понравилось.
Прям великим художником станешь, да? Угу. Фамилия Фрескович. Ой. Вот что ж красиво. Я просто в восторге. Ну, Макс вообще обнаглел. Он теперь даже не пальцем, а все кисти сразу. Да, хоть пальчиками работает. Ну вот смотрите, как интересно. То, что черный, например, прилип, на него серое уже не падает. Ну, вот песочек вот песочный. Уже смахивается с черного легко и. Вот, видно, вот да. Черный смахивается. Да. И цвет вот. Никак не портится. И на коричневый смахиваю, все смахивается. Максимка уже небо сделал. Такой красивый. Нравится, да, так? Угу. Ой, как красиво. В восторге. Ну, приподними картину, я тебе немножко мусор туберу, видите? Творческий беспорядок прям тут. Да. Ну... И кисточку подними. Ага. Так, что у нас тут прям совсем грязненько. Вот так вот. О, сверху же тоже надо. Забыл. Чего там сверху надо? Ушки. А, ушки забыл. Давай. Когда рыжим. Уже добавится, будет вообще красиво. Посмотрим. Даже белым, видите, не оставляешь белый цвет, вот а тут, есть. Тут белый. Даже белый есть. Да, белый порошок. Его видно. Ну, еще много вон сколько. Даже красный, рыжий, смотрите, сколько оттенков. А желтый очень сложно будет отклеить отсюда, посмотрите. Ага. Он прямо в глазу, это самый сложный момент. Да, и тут вот тоже три цвета. Красный и два оранжевых. Но два оранжевых-то одинаковые, потому что рыжего очень много на тигре. Мне кажется, можно приступать к рыжему. К рыжему? Ну, давай. Приступай. Угу. Вот, самое большое сначала. Вот так. А вот. Дальше меньше. Смотри, тут прямо остается. Угу. Вам одного наблюдателя покажу. Степа, следишь за Максимкой? Да. Следит. Вон он как следит. За всей работой так и наблюдает. Нет, все-таки не вынесла его душа. Пошел проверять. Проверять пошел. Так, это приклеили. Это сейчас клей. Мы Степа из тигра сделаем. А сейчас он будет нам подписываться. Расписываться. Угу. Ну ты знаешь, что ты вот когда смахиваешь песочек, ты его тряпочкой сначала убирай, а потом переходи к следующему цвету. Угу. Чтобы у тебя был чистый стол. Угу. И еще раз. Смотрите. Вот, посмотрите, что делает. В рамочке. Вот она, картина Репина-то маслом. Степа, самый настоящий тигр должен быть здесь. Вот он, царь зверей-то. Степа, ты забыл! Да, он Макс предлагает Степе приклеить. Максимка решил все упорядочить, чтобы порядок был сразу. А то что-то мусор у нас тут растет. Собрали мы рамочку. Очень даже, хотя она из картона, очень красивая получается. Прям как деревянная. Да. Вот так вот она собирается по инструкции. Ну, собрала я ее сама. Прям решила помочь. Прям Максимке. Как на фотке. Да. И, кстати, тут в рамочке вот здесь дырочка и здесь. То есть в зависимости, какая ваша картина. Ну и мы пришли почти.
сделали. Тут бабушка пришла смотреть, у нас все члены семьи смотрят. Ну, еще у нас остались сколько? Вон сколько цветов, еще вот, много. Вот это тоже нужно отложить, потому что он у нас уже рыжим шел. Такой красивый будет. Желтый. Еще глазки. Такие вот глазки у него. Желтые глазки? Угу. Это какого-то шорстка. Там иголки, там ничего. Что, Максим, к белому приступаешь? Ага. Давай. Так один желтенький забыл, но я его как после белого сделаю. Ну, хорошо. Ага. О, а это прям настоящий песочек. Такой очень белый. Угу. Кажется, на одном море был такой. Ну, всех больше на песочек, на настоящий похож вот этот цвет. А, ну да. А это будто покрашенный в белый. И вообще мы с Максимкой подумали, что смотрите, как много осталось песка. Можно использовать вот клей, который, как он называется, клей-карандаш, да, Максим? Ага. Рисовать на бумаге карандашом этим клейким рисунок. И также засыпать, и можно там цветочки, бабочки, что-то такое. Ну, единственное, что нужно постараться этим клейким карандашом нарисовать. Но есть вот такие карандаши разноцветные, чтобы было видно, где вы им провели. Да, у меня был такой, фиолетовый. Ну, фиолетовый, да. И тогда легче будет сделать рисунок. Так что мы их оставим и потом используем. У нас папа пришел смотреть. Ну что, пап, как? Вау. Вау. Ага, оно очень красиво. Ну, прям настоящий песок. Ага. Макс сказал, что у него талант открылся. Все. Теперь у меня выбор. Какая профессия будет? Да, он будет нас художником по песку. Или изыскателем. Или изыскателем. А кто такие изыскатели? Это те, кто добывают, ищут. Изыскивают. А где ты о них узнал? Из рассказа «40 изыскателей». Там один мальчик Миша, и его книга, и там книга, ну, вот одноклассников была его. И он там с ними ее прочитал. И эта книга изменила всю его судьбу. Да. А этот рассказ про Мишу тоже изменил мне. И тебе изменил судьбу. Так у тебя книги такой нету. Ну, да. Сам рассказ мне изменил. Ну, понятно. Это они на литературном чтении проходили, да? Ага. Там отрывок был из этих изыскателей. Вот ему так впечатлило. Угу. Нужно будет его купить, а то там резко так закончилось. Неизвестно, чем кончилось. Ага. Ну да, поищем, купим тебе. Кажется, нужен желтый сейчас. Давай желтый. Последний тут мы пропустили кусочек. Я случайно. И картина будет готова. Глаза и подойдет? Угу. Вот сюда? Ну, вешай. Угу. Тут дырочку надо сделать. Ну ты прям гвоздичком ее проколоть. Ты чувствуешь там, где дырочка-то должна быть? Там выбито. Как? Можно чуть-чуть помочь. Она
она уже там вся. Все, вешай. Ну, отходи. Зови папу. Пап, иди сюда, посмотри. Вот такая картина у нас получилась. Ой, какая красота. Викуля, огромное тебе спасибо. Да. Ты посмотри, сколько радости. Всего лишь за час. Ну, побольше получилось у тебя. Ну, все равно это довольно быстро прилетело. В общем, Максимка полтора часа в целом работал. Но все равно это довольно быстро прилетело. Ну да, да.